Между тем, суда на воздушной подушке начнут курсировать через Лену уже завтра. Сегодня провели пробный маршрут. Суда будут отходить от района Таркалаха по мере заполнения пассажирами с 7 утра до 8 часов вечера. Об этом сообщили в Минтрансе Якутии. Стоимость проезда в одну сторону по маршруту Якутск-Нижнебестях составит 1000 рублей. Напомним, что с 15 апреля большинство ледовых автозимников закрыты. Цена, как всегда, у нас, значит, уже не меняется почти 10 лет. Как мы начали работать, начинаем, значит, с 1000 рублей. Потом, значит, дорога в канал начинает разбиваться. Все это, значит, с 1 мая по 2000. Значит, 2000 будет у нас стоять, пока не очистится река. Не полностью, конечно, уже лед нормально будет идти, уже такие, значит, каши не будет такой. Обратно цена упадет на 1000 рублей. Это у нас каждый год одно и то же повторяется.